Некогда часто звучавшие в неразрывном дуэте заставки «Дома-2», фамилии Собчак и Бородины спустя 3 года снова воссоединились в едином шуме одного модного скандала. 33-летняя Ксения Собчак, устроившая недавно развратные танцы сразу с несколькими мужчинами, на этот раз привлекла к себе внимание интернет-сообщества. Блондинка пристыдила свою беременную экс-коллегу, похваставшейся в своем инстаграме новой сумочкой Hermes Birkin. 32-летняя Ксения Бородина получила в свой адрес разоблачительный комментарий от Собчак. Телеведущая, разглядевшая на фото знакомые очертания желанного для всех женщин мира аксессуара, развеяла раздумья сомневающихся модниц, сообщив: «Это фейк. Тебя обманули». В распоряжении супер оказалась переписка покупателя с инстаграм-магазином, в котором Ксения Бородина приобрела свой аксессуар и позже промоутировала его на своей странице. В ходе беседы с потенциальным клиентом представители онлайн-бутика отказались предоставлять собственные изделия для рядовой проверки в магазине марки Hermes. К слову, подобный процесс считается типичным в контроле за подлинностью изделий при подобных сделках. Под натиском язвительных комментариев от своих же подписчиков, Ксения Бородина, славящаяся большой коллекцией сумочек Hermes, происхождение которых теперь вызывает сомнения у поклонников, удалила компрометирующее фото из своей ленты. Напомним, не так давно супер разоблачил московскую его девушку Тату Авраамову, промышлявшую торговлей поддельными сумками именитых брендов. Ксения Бородина также фигурировала в скандалах с подделками. Телеведущая была замечена за шопингом в Мекке элитных копий на столичном рынке «Дубровка».